6 августа 2020 год. Вот шел на Юмашево и наткнулся на скамеечке, лежат вот такая стопочка. Не знаю, газет, наверное, 20, да? Да. И написано «Форпост Севастополя». И дальше идут господа собравшие, как чалосы врут горожанам. И тут много этих газет. Конечно, интересно, почему они скамейки лежат брошенные. Это вот прямо напротив перехода на Юмашево. Вот, возле вот, на вот этой остановке. А вы читали эти газеты, да? Конечно. Ну, что написано? Все написано. Вы считаете, что это правда абсолютная? Я не знаю, я пока увидел вот газеты и наблюдаю, и пока их не разобрался. Я просто хотел ваше мнение спросить. Да, правда. Да? Да. То есть... 35-я батарея, мне не касался. Кто у нас был? Павлов или кто-то, два брата. Они понимали все материалы, они все делали. Это года 3-4 назад. А он к себе присобачил с деньгами. Когда 14-й был переворот, ни у кого денег не было. А у Чалова был для Навалова. Ну, он же олигарх, и у него много денег. Ну да. Порядка где-то 100 миллионов в год он зарабатывает, это его доходы. Все предприятия наши, даже Атлантику все разодрали. А он остался один. Один не тронутый. Ну, но он немного... Матросский бульвар вот недавно сделал. Без него сделал, это вся не получится. Нет, ну деньги-то он давал на... Деньгами не нуждаются. Москва дает деньги. Москва, да, на мой взгляд, на Матросский бульвар деньги Чалый выделил. Ну и недавно он вот... Он хотел купить, а у него не получилось. И он опять идет, ковыряется. Да. Его деньгами никто не нуждается. Все делают от Чалов на этой... Ну, а как вы считаете, вот сегодня, за 6 лет, есть же улучшения в городе? Дороги сделаны? Нет. Нету? Вот, вы видите вот эти дороги? Ну, это вижу. На них приятно посмотреть. Люди гуляют. Здесь все скверы, все на свете. Да. Он вложил. Вот эти... Я про это и спрашиваю. Я говорю, за 6 лет много Россия сделала в Севастополе? Любой город, это прежде всего, Россия. Это не камень, это не дороги. Это прежде всего люди. А ну, люди не живут, а выживают. У вас какая пенсия? У меня... 120. 12 пенсий. У меня пенсия назначена 7100 со всеми доплатами государственными. У меня где-то 9800 сейчас. 9800. Да. А у вас? У меня первый список. Химкомбинат Щелкина. 13000. Вы сейчас получаете, да? Ну, хватает этих денег вам на... Нет. Сколько вы платите за жилье? Коммунальные. Сколько вот? 6. Да. Ободрала. Вперед. А как ободрали? Так ободрали. Она взяла вот эти, что была Украина. Угу. Да. Вот эти брали отопление. Там был 3-4 месяца. По 40, по 50 рублей. Гривен. И коэффициент, как он называется. Брали отопление 3-4 месяца. А коэффициент вот этот брали 12 месяцев в году. Отопление было 100, допустим, а вот этот коэффициент, который мы играем, как он называется? 200-300 тысяч. Это при всем том, что Россия богатейшая страна на газ. И вообще, а как вы считаете, может быть, пенсии оставить такие же самые, которые сейчас, да? А коммуналку людям вообще как бы убрать коммуналку, как в Советском Союзе было? Мы же копейки платили. При перерасчете из того, что мы зарабатывали, я платил за год вперед. За год вперед платил? Да. Уходил в море, я ходил в моря, я капитан дальнего плавания. Да. И платил за год вперед 51 рубль за все вместе. И за газ, за свет, за все. Ну 51 рубль это год. Были приличные деньги. Год. Ну, а да. Сейчас, раз вопрос затронулся коммунальные услуги, как раз сегодня я пытался заплатить за квартиру сына. У меня не получалось, я полгода не платил, потому что зимой и весной не было средств заплатить. А потом был коронавирус. Ну, не коронавирус, был карантин был, самоизоляция. Да. А теперь больше месяца я могу заплатить,
но пытался заплатить, как раньше платил в ЖЭКе, в кассу. Кассира сократили, то есть в ЖЭКе заплатить нельзя. Сегодня пытался заплатить на Большой Морской 41. Угу. Там очередь такие, что я не знаю. Если бы у меня была возможность, я бы привел этого губернатора за руку, чтобы он посмотрел, что там творится. Собирают людей, говорят про карантин, про какие-то там инфекции, еще 5-10. Специально создают такой же толпы людей. И работает всего лишь один кассир, и работает до 16:30, когда официально написано, что работает до 17. То есть людей собирают толпы, люди обозленные, заплатить невозможно. А приходят бумаги угрожающие. Ну что, не платите просто все. Так угрожают судом, что через суд будут, что прямо у меня есть бумага угрожающая. Они будут звонить? Что будут снимать с пенсии, будут со всяких... Да, да. Особенно с пенсии. То есть, вам тоже такое приходит, угрожает? Постоянно. Да? А вот я еще не дошла, когда был этот вот сейчас, да, и украинские переходили с гривны на русские, они пришли к теплосети, идиотские. Взяла, умножила на коэффициент на 3. Это мой барон! На 3.1. А в этом банке было, как он называется, 2.1. Она взяла, забрала, горячей воды не было, света не было, ничего не было. Брали горячую воду, у меня были дети войны, не высчитывали коэффициент, все данные, все в этой таблице, вот прям там написано, шапки, дети войны. И набирали вот эти, вместо 3000 набралось, умножили на 3, у них получилось 18. И 18 тысяч они гоняют 11 лет. Ну если брать сейчас, например, в сравнении Россия-Украина, там еще хуже ситуация. Там вообще старики не доедают и прочее. Точно так же. Теперь берет теплосеть. Вот сейчас жила апрель, май, аж до июня, наверное, не дошла. Каждый месяц, а мы в апреле первого отключаем отопление. Она продолжает писать. Вот пишет, 10 лет пишет. Это хамство. Ну и, да. И будете платить. И еще один такой вопрос. За кого будете голосовать? Ну, за губернатора? За кого? Журавлева. За Журавлева? Да. ЛДПР? Доверяете ЛДПР? Доверяю. Да? Хоть на человека похож. Потом он сколько здесь живет и сколько он здесь работает. Ну, понятно. А вы за кого голосовать будете? Пока ни за кого. Я не знаю. Я пока еще не видел ни одного человеческого лица во власти. Потому что ЛДПР это, извините, либерально. А либерально это... Я даже не хочу слугать, потому что я русский человек. Я не хочу выразиться... Но он больше похож на нас. А, он вот именно похож. Да. Палец тоже напоминает тоже, но он не сравнить с... Ну, а вообще, если был бы какой-то севастополец, наверное, за севастопольцев больше голосовали бы. А он кто, Журавлев? А, Журавлев севастополец, да. А при чем, почему плохие ребята в России? Угу. Много хороших ребят. Ребята все образованные, умные, технари. А присылают преступников уголовных. Ясненько. Ну, хочется вам пожелать, как бы держитесь, как говорит наш был бывший премьер, который говорил, что денег нет, но выдержитесь. Да, но денег нет. Держитесь, но денег нет. Ходим по золоту, по нефти, по газу, а денег нет. Вот дальше. Теплосеть, вот 10 лет, 10-11 лет пишет, да? Мы вас посадим, к нам звонят, приходят, в смысле, звонят все время. Вы, у вас дочь там есть, она уже и пеня начинает, а пеня растет прям каждый месяц. Ну да, они же там в страшилках пишут пеня. Пеня, все везде. И в апреле... Ну а хотели бы, чтобы Советский Союз вернулся? В апреле их оштрафовали на 150 тысяч. 150 тысяч? Да. За Бориса Михайлова, Дриа, за плохое отопление, за недвижимость. Через неделю она взяла, раскидала все, и пришли людям на май. Вместо вот 1500, все люди по 3000, а на Шевченко 4000 за месяц. Это так можно? Понятно. Да. Ну а хотели бы, чтобы Советский Союз вернулся? Да, и холодная вода. Берут воду, мы взяли 6 кубов, да, заплатили за воду и за стоки.
так они будут еще. Столько еще, столько же, 6 берут. Ну да, как будто вы... Да, слушайте дальше. Еще 4 знака тысячных. Ах, сволочи, ты что ее мочил, космос запускаешь? Ты куда ставишь еще тысячные доли? Вы что, хамели? По всем людям забрать тысячные доли, у нее сколько наберется? Пусть она мне эти тысячные доли заберет, ну, это... и мне на пенсию отдаст. Коррупционная схема зарабатывания денежных средств. Берет 7 гривен и 7,1 копейка. Делаю все, чтобы как можно быстрее освобождали им город. Да. Чтобы именно пожилые местные севастопольцы как можно скорее удобряли землю. Да. Поэтому вкладывают в дороги, в ремонт все. А людям не дают ни копейки, чтобы люди как можно быстрее умирали. Они, ну да, жизнь дорогая. Они теперь уже снимают. Они даже не скрывают. Вот эта сеть берет, она сейчас наберет у людей, да, вот сколько, май, июнь, да, и сентября, она опять пойдет. А воды качать, подает вот эту вот обратку, подает и все. А на Борисе такая, посмотрите, все трубы разворочены, все трубы худые. Нет труб, в канаве нет труб, она берет за отопление. Ну, все, буду с вами прощаться, время уже. Да, да, удачи вам, здоровья. Здоровья, держитесь как-то. До свидания.